Важность. Эта лекция помогает учащимся понять, как телодвижения и жесты могут влиять на наше самочувствие и восприятие окружающих. The Power of Vulnerability by Brené Brown. Эта лекция помогает учащимся понять, как уязвимость может быть силой и как она влияет на наши отношения и общение. Важно отметить, что просмотр этих лекций не только помогает улучшить навыки аудирования и расширить словарный запас, но и предоставляет уникальные идеи и вдохновляющие истории, которые могут помочь учащимся в изучении английского языка. Кроме того, все лекции TED Talks имеют транскрипции и субтитры, что делает их отличным материалом для аудирования и чтения. Но помните, самый эффективный способ изучения – это обучение за границей с преподавателями-носителями языка. Учите английский и вдохновляйтесь каждый день.